20 июня, в заключительный день праздника города, в обновленных помещениях Даугавпилского отделения ЗАГС состоялось чествование золотых и бриллиантовых юбиляров. Поздравления принимали 4 пары, прожившие вместе 50 лет, и одна семья, созданная 60 лет тому назад. Жизненный путь каждого юбиляра уникален, и не для всех он неразрывно связан с Даугавпилсом. Кто-то здесь живет с самого рождения, а кто-то приехал сюда учиться или работать и встретил вторую половинку. Здесь родились и выросли дети и внуки, происходили самые радостные и волнительные события совместной жизни, которые с годами делали семейные узы все крепче. В жизни всякое бывало, но мне дорого все, через что мы прошли вместе. Мы всю жизнь вместе. Вместе работали, вместе на работу, с работы, всюду. Кто-то скажет, да это же не интересно. А нам было очень даже интересно. Вот так и идем одной дорожкой, одной жизнью. Но чувствуем себя хорошо, мы счастливы. Потому что и мы вместе, и дети со внуками рядом. Это очень важно. В 60-м году, в августе месяце мы познакомились. А в августе 61-го поженились. Потом он в армию. С армии вот девочка родилась сразу наша, после армии, сразу, как пришел, прям сразу. Потом через 6 лет мальчик родился, потому что уже нянька подросла, и теперь и мальчик. А мальчик родился в 71-м году, ему тоже нынче был полсотник. И мы гордимся детьми, внуками, всеми и городом. Дети здесь, внуки здесь, все здесь. Мы любим свой город, мы любим свою страну, друг друга. А это уже в завершении. Главное, а что нам дает для того, чтобы всех любить, нам дает наша взаимная любовь. Самое главное – это верить. Любить и жить. Счастливо и верить. Все время. Так как сейчас мы любим друг друга, мы раньше так не любили, потому что мы нужны. А дети наши знают, что мы любим. И им тоже приятно приехать, посмотреть родителей. Они тоже подтягиваются, у них тоже бегут. Годы совместной жизни. Много десятилетий спустя, с теплотой и трепетом, вспоминая прожитое вместе, юбиляры желают сохранять любовь, уважение и взаимопонимание всем молодым парам. И радуются, что даугавпилские молодожены теперь могут обменяться кольцами в очень красивой и торжественной обстановке. После реновации помещения ЗАГСа преобразились до неузнаваемости. Здесь сделан капитальный ремонт, установлена новая мебель, обустроен зал шампанского. Теперь на церемониях могут присутствовать люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для них создан специальный подъемник. При этом сохранены и отреставрированы ценные символы даугавпилского ЗАГСа. Фонтан, витражи на окнах и, разумеется, люстры и витраж большого зала. Надо отметить, что этот витраж не только отреставрировали, но и оборудовали подсветку, и теперь он смотрится еще интереснее и наряднее. До середины июня были в силе ограничения, не позволявшие проводить регистрацию с размахом. Теперь при соблюдении ряда условий церемонию можно проводить в более широком кругу близких родных. Однако в реновированном большом зале пока еще не был заключен ни один брак, и чествование свадебных юбиляров стало своего рода освещением этого места. Сотрудники ЗАГСа надеются, что это создаст особенную атмосферу и ценный опыт дружных и любящих пар станет образцом, вдохновением и благословением для всех, кто обменивается здесь кольцами. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.